Так, хотим зайти в белорусский магазин. Меня очень просили его поснимать. Не первый раз просят. И вот решили, еще посоветовали нам подписчики. Мама давно ищет Иван-чай. Хотим посмотреть, будет ли здесь Иван-чай в этом магазине. Удивились, сколько народу. Да, я давно в Баку очереди не видела. Посмотрите, прям столпотворение в магазине. Даже не знаю, с чего начать. 2,90. Дюшиный паштет. Паштет с куриной. Так, грибной соус. Сливочный чесночный. Стоит 2,40. Сливочный, чесночный, бургер. Это вот когда курицу что-то делаешь хорошо. Да, вот цены к соусам. Бургерный монад 90. Нет, 2,40. Соус сливочный майонез, я бы его взяла. Да? Да. Есть. Сливочный чесночный. Да, вот сливочный тоже. Чесночный я бы взяла. А я бы грибной взяла. А вот майонез обычный. Ну, 3,10. Да, натуральный состав 100%. Горчица нежная. Горчица манат 50 стоит. Европейская. Алька любит у нас горчицы. Даже хрен есть. Хрен 2,05. Так, соус луковый мармелад. А сколько стоит? 4,40 стоит. Паштеты тоже разные упаковки. Видишь, маленький вегетарианский. А сколько он стоит, вегетарианский? Да тоже вегетарианский. Смотри. С пожитником. Вот этот соус грибной. Ой, посмотри, какой паштет. Или сырный. Паштет с грибами. А это что такое? Ух ты, это этот паёк солдата. Каша перловая с говядиной по-белорусски. Так, стоит такая каша 4,50. Цены тоже сразу озвучиваю. Цыпленок в собственном соку стоит 10 манат. Тушенка свинина 10 манат. Тушеный цыпленок в собственном соку 8,70. И 13,40 говядина. Такие еще паштетики, маленькие упаковки, манат 70. Ой, выбор просто, почему мы не знали, не ходили сюда. Сейчас к колбасам подойду, посмотрите, сколько людей, столпотворение здесь. Давай конфетки поснимаю. Конфетки какие. Беловежская пуща с яблочным пюре. Килограмм сколько стоит? Килограмм не указано, вот эта упаковка 6,87. Ой, там много конфет. Аленка 6,73. Но в упаковке прилично, да, упаковка не маленькая, со вкусом желе. А вот, смотри, ой, 6,49. Не, мы в магазинах таких конфет не видим. Колбасам я даже не знаю, как пробраться. Печенье. Печенье сахарное. 70 копеек стоит печенье. Посмотри, мама, с земляникой. Смотри. Да, клевый. Хороший. Я сразу детство вспомнила. Ты помнишь, в таких упаковках печеньки продавали? Да, 70 копеек клевый. Стоит. Молодцы, ух ты. А это полуфабрикаты. Суп харчо. Но это лучше 2,30 стоит. Это лучше приготовить самим. Хочешь, так. Взять, да? Я смотрю, мы сегодня в Могилевске. Посмотри, мясокомбинат. Сардельки. 12,64. Цена. Давай я все поснимаю от души. И мы потом цены посмотрим. Цена 11,88. Алина, а это что за колбаса? Вот.
Колбаса мясная высший сорт, Могилевская, 10,47. Колбаса вареная, мортадела, 5,10. Как мы и покупаем, цены не завышенные. Мы тоже московский люкс. Высший сорт стоит 15,62. Колбаска разная, разная. Смотри, да. Давайте, я тут пройду. Вы пройдете, пожалуйста. Давайте. А это что? Молодец. Все в гарантии. Вот цены сразу показываю. Молодец. Ну, холодец можно и дома приготовить. Холодец, вот такая упаковка. 11,02. Да, здесь куриная колбаска. Смотри. 9,45. Куриная, да. А вот колбаска? Это тоже куриная. 9,24 стоит. 367. А это? А, эту я взяла. А сколько грамм? Почти килограмм здесь в грудинке. Это курочка копченая. 6,31. Так. Вот, мне понравилось. Смачная ветчина. 13,06. Ветчина. Солянка со свежей капустой. Это тоже можно приготовить прекрасно дома. Лечо домашняя, цена 4,40, 3,80. Рассольник. Рассольник лечо. Ну, это все можно дома. А вот колбасы и колбасные изделия мне понравились. Вот цена 3,70. Я 100 лет такой очереди не видела, столпотворения, да, такого. Советское время. Вот здесь Антоновская, цена 12,07. И этой уже нет. Сервелат. Мужчина говорит, это лучше, возьмите эту. Да, 12,62 продавец. А здесь Рублевская. Потому что я вижу, все есть, а этой нет. Там всего 2 осталось. Давай возьмем, да, вот эту. Да. Какой он посоветовал? Вот эту. Вот он эту? Сказал, это лучше. Там все есть, а это уже 2 всего осталось. А, да, ее разбирают. Давай возьмем. Подождите, мясной дуэт. Посмотри, какая колбаса. 2,25. Нет, папа, здесь продукты другие, не сравнивай. Это качество краковское. Краковская 8. Да, сейчас. Подожди. Так, я возьму. Значит, говяжья премиум. 8 манат. Вот это вот. Хороший на вид. А вот это давай посмотрим, сколько стоит славяночка. Это твой Рашат любит такие вещи. Это здесь она очень дешевая, кстати. 6 манат. Вот эта колбаса, посмотри. Алин, а это что? Колбаса вышивет. Давай вот эту я возьму. Вот это плохо вижу. Посмотри, что это? Продукт с мяса лося? Да. Ничего себе. Да. Ой. А это сырокопчё. Это что такое? Положи я. Колоколю этот какой-то. А вот тот возьми в лесной тоже, трофей, да, я посмотрю. А уже взяли. Нет, уже так. Одна осталась. Покажи. Продукт сыроваленный. 24 маната. Ну, мы взяли, я взяла вот эту колбасу. Высший сорт. Славяночка, попробуем. Могилевский. За 6 манат. Вот это. Так, а это что такое? Паштет печеночный, 2 маната. Это тоже можно дома. А я именно смотрю такие а продукты. Это шея какая-то. Шейка. Шейка. Смотри, говяжья. Готовая? Да, да, готовая. 2-4 маната стоит. Сыроплавленый. Говяжья с черносливом. Говяжья. Посмотри, колбаса какая. Мы просто в шоке. Да, мы не знали. Это спасибо подписчикам. Вот мои люди, подписчики. Видишь, как подсказали. Останкинский. Ой, Алина, мы сами это можем. Это паштет, да, сделать. Но вот колбаска. 4,20 сосиски. А это что за колбаска? Подожди, ух, это итальянская. 600, мясной дуэт. Сколько стоит?
Ну вот мы взяли две колбаски. Вот, я теперь буду все время здесь покупать, мама. Мне понравился очень магазин, конечно. Когда мы были с Вадиком? 21-22. А вон там, смотри, тоже разные. А это что, мясо просто? Это что? А, это свинина, сыр копченый. Не, мы это не едим. Мы это не едим, да. Это хорошая вещь. Это на стол праздничный, вот так подай. Это значит Могилевский мясокомбинат. Это говядина. А что? Продукт из говядины, мясной копченый бар. Говядина особая. О, это прелесть. А сколько стоит? 26 монат 89. Но тут большой кусок какой. Какой? Сырный или грибной? Выбирай. Не знаю. Мне все нравятся. Давай, хочешь этот возьмем? Давай. Попробуем чесночный. Застоять. Хочешь грибной или сырный возьмем? Я хочу, но боюсь, ничего не будет грибной. Нет, точно. Конечно, с белыми грибами. Ну, давай возьмем. 2,40, да, он стоит. Да, они все 2,40, только вот этот бургерный. Смотри, баварская горчица. Все, спасибо подписчикам, мы теперь будем ходить сюда. Здесь томаты, посмотри. 4 моната. Там отлёсь. Да? Да. И дешевле, и вкусно тоже. Соус классный. Вот наша корзинка. Еще взяли вот эти конфетки. Беловежская пуща. Здесь каких только чипс. Чипсы разные. С мясом. Горячий соус чили, разные чипсы, но к сырам не пробраться, там такая очередь, хотим сыр купить. Так, конфитюр, крыжовник с имбирем, 104,50, конфитюр клубничный, груша с лимоном, стоит 3,40, вишневый. Вишневые? Да. Вот, тут такая очередь, сыр. Не пройти, я знаю. Здесь мужчина просто. А здесь сыры. Так, столько всего вкусного. Капуста морская, маринованная. Да, без уксуса, без масла, без консервантов. Натуральная морская капуста. Не знаю, это прелесть. Моцарелла пицца. Смотри, сыр моцарелла. Подожди, цену не вижу. Сулгуни даже вот, есть. Посмотри. Сулгуни. 300 грамм. Посмотри, ну, цены нету. Цену я не вижу. Селедка. А селедка сколько стоит? Вот два селедка, 2,90. Такая упаковка. Здесь сколько грамм? 230 грамм. Здесь 2,90. Селедка. Алин, ты капусты не хочешь? Подожди. Мармелад. 2,10 стоит упаковка. Мармелад. Такой вообще за мана 90. Мармелад. Натуральный. Без ГМО, без добавок. За 2 маната, посмотри. Да, он шикарный. Давай возьмем мармелад. Дети любят. Так, здесь трюфель 9,80, конфетки, вот такая упаковка, зефир 2,28, ой, смотри, коммунарка, посмотри, какой шоколад здесь, ой, посмотри, какой шоколад, молочная Аленка, 200 грамм, стоит 5 монат, 200 грамм, а мама говорит, папа говорит, нормально. Папа говорит, нормально. Ой, смотри. Я не знаю, сколько они стоят. Красная шапочка. Да. А вот шоколадки, плитки 2,35. Плитки 2,30 стоят шоколад. Ну, это почти так. Вот вкусная, да? Его очень быстро ветер разбирает. Он не так. Это самое лучшее. Еще там впереди с орешками, то, что он тоже шикарный. Какой? Вот этот. Горький. Еще какой-то впереди. Горький.
и там еще с орешками. То, что зеленый упаковка такой плотный сливы. Его тоже быстро разбирать, вот там тоже. Как, чего только нет. Что ли? Эти горки. Хочешь? Да. Ну, да, не вот берешь. Там зеленый такой же оберткой с орешками. Шикар. Хочешь ты его? У нас или уже не мне? Хватит денежку. Когда давай нет. Придем на еще раз. Да. Нас Таша, мы не рассчитывали. Мы просто зашли. А хлеб какой хороший. Вот этот шикарный. Какой хлеб. Ой, Могилевский. Они есть с этими вот. Ага. Вот этот с сухофруктами. Он тоже хороший, да. Хочу. Вот хочешь хлеб? Давай хлеб. Да, просто вот с семечками и с тыквенными. Это я просто семечки. Это с семечками, да. Стоящий черный. Да. Хлеб бородинский любимый. Вот я бородинский. Ну хотя давай. Мама держи. Его. Так, сгущенное молоко стоит 4,70. Цельного нету. Не вижу здесь цельное. Так, а нашли чай. Давай, чай возьмем. Смятый нет. Надо ничего отдавать, давай возьмем. Подожди. Нам сказали, что смятый здесь 2,10. Смятый с мелиссой. Айгуш с медом. Смятый с мелиссой. Для бани. Это? Ромашку? Нет. А мы именно из-за не, Иван чай хотела. Ну, мятый цедр апельсина. А ты возьми просто. Успокоительный, воспалительный. Вот эта ромашка. Вы знаете, как шалфей очень помогает всего? Чем это мелиссовый и успокоительный шикарный. Потому что его очень быстро. Вот эти останутся, он быстро успокаивается здесь. Я знаю, поэтому. Я его часто, когда прихожу брать. Но я уже сколько лет ищу Иван чай. А вот он... Да. Возьмем в следующий раз тоже, да, с ромашкой. Если найдется. Эти останутся, он быстро вступает. Да. Я серьезно. Уже нет сейчас столько. Да, мы столько набрали. Мы никогда здесь не были, первый раз зашли. Я была в то время, когда такого выбора не было. У вас мессаж не приходит? Не, надо взять нашу корзину. Хорошо нам посоветовали этот магазин, но подписчики. Она просто хорошо, ромашка. Так, вот наш чек. Значит, все обошлось у нас 39,19.